Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор Сипитоник М4. Он представляет собой вещество, которое обладает множеством качеств и свойств. Очень популярен в косметологии, поэтому входит в состав многих косметических средств. Это синтетический препарат, обладающий низким фактором опасности. То есть подходит практически для всех, не вызывает раздражения, покраснений или других побочных симптомов. Он отвечает за обновление клеток, стимулирует их, что приводит к улучшению общего состояния кожи. Назначение этого вещества – омоложение. Именно поэтому вещество применяется в кремах для лица или в бальзамах-ополаскивателях для поврежденных волос. Также его можно найти в тонизирующих препаратах. Используют в борьбе с целлюлитом как питательное средство или комплексно в составе препарата восстанавливающей терапии. Стимулирует работу не только клеток, но и обмен веществ, в общем, то есть ДНК и белки. Оказывает омолаживающий эффект для кожи лица, он обладает рядом великолепных свойств. Предотвращает процессы старения, устраняет действие УФ-излучения, нейтрализует химическое воздействие, защищает от влияния окружающей среды. Вот такой бутылочке мы отправляем данный компонент нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!